Подполковник внутренней службы Сергей Усенко служит в полиции уже 26 лет. Начал свой путь в Омской области рядовым патрульно-постовой службы. После стал участковым уполномоченным и начальником службы участковых. В 2002 году перевелся на Ямал, 12 лет проработал в полиции Ноябрьска. 6 лет назад Сергей переехал в Губкинский для дальнейшего прохождения службы. Проходя службу в Ноябрьске, и мы приезжали сюда в служебной командировке в город Губкинский, мне город очень сильно понравился. Маленький, компактный, ухоженный. Поэтому это произвело на меня впечатление и как бы подумал, а как бы хорошо здесь было служить. И попав сюда, ни о чем не жалею, очень нравится. В Губкинском подполковник Сергей Усенко работает в тыловом подразделении. Его обязанность – обеспечить форменным обмундированием, автотранспортом и другим имуществом, чтобы полицейские смогли сделать все для соблюдения закона и поддержания порядка в городе. С ежедневными задачами помогает справляться слаженный коллектив. Работают в нашем подразделении специалисты уже своего дела. Огромное спасибо, тут от одного ничего не зависит. А грамотный профессиональный коллектив у нас в тыловом подразделении. По долгу службы Сергей 7 раз был в командировках на Северном Кавказе. Не чужд офицеру и экстремальный спорт. Увлечение прыжками с парашютом сохранилось еще со времен армейской службы в десанте. Помогают отвлечься от трудовых будней, любящая семья и хобби под стать профессией. После работы я совершенно снимаю форму, я уже другой человек гражданский. Есть чем увлекаюсь, занимаюсь спортом, занимаюсь семьей. Коллекционирую. Вот за моей спиной вы видите небольшую коллекцию, часть коллекции шевронов полицейских иностранных государств. Коллекционирую фуражки полицейских, опять же, иностранных государств. Коллекционирую макеты оружия. У оперуполномоченного уголовного розыска основная задача – раскрытие преступлений. Верность идеалам в деле защиты законности, готовность жертвовать личным ради общего дела и есть то основное, на котором держится работа всей полиции. Это не понаслышке знает лейтенант Александр Карпенко. Служба, как все говорят, и опасна, и трудна. Работаем ненормированно и днем, и ночью, в зависимости от нагрузки. В любом случае всегда работаем по сообщениям граждан, всегда помогаем при обращении граждан в случае, если в отношении них совершаются правонарушения, преступления. Выезжаем, работаем. Отнимает много энергии, но как бы работа нравится в любом случае. Александр Карпенко вырос в Губкинском. С детства мечтал быть в форме. Выбор изначально не был сделан в пользу полиции, но после 10 класса Александр принял такое решение. После обучения в Волгограде вернулся в город, ставший родным. За 2 года службы в губкинской полиции лейтенант Карпенко успел поработать в 3 подразделениях. Сегодня Александр – оперуполномоченный УГРО. В городе Губкинском, конечно, хочется, чтобы преступность здесь не развивалась. Быть полезным в этом плане, соблюдать, чтобы не нарушали общественный порядок, минимизировать рост преступности и в любую нужную минуту помогать гражданам. Свободного времени у молодого офицера практически нет. Чтобы отвлечься от трудовых будней и поддерживать себя в тонусе, Александр регулярно занимается спортом. Результаты тренировок можно показать на соревнованиях, в том числе профессиональных. Свободное службы время, естественно, увлекаюсь стрельбой. Есть такое увлечение, участвую в соревнованиях, занимаю определенные места. На сегодняшний день в губкинской полиции служат больше 100 офицеров. У каждого свои служебные обязанности. Но все они любят работу, хотят быть достойными офицерского звания и делают все, чтобы в губкинском соблюдался закон и жизнь в городе была комфортной и безопасной. Валерий Усманов, Михаил Марков, новости Губкинского.